сегодня по всей области у нас проходит зарядка, именно проводится среди молодежи, и, конечно, очень огромное количество молодых людей. Вообще, я считаю, что это, конечно, очень хорошо, это такой заряд бодрости, особенно, когда это делается совместно, когда это в общей такой массе. Ну и в основном это же все равно музыкальное, это в основном танцевальное. Я думаю, что это всегда полезно для молодежи. Конечно, как спортсменка, я считаю, что это потребность. Сейчас вот у меня это потребность, потому что я привыкла заниматься спортом, я привыкла, что должно быть движение. А для молодежи я хочу, чтобы это стало модой, которая будет потом потребностью. И уже без этого будет никуда. К счастью, сейчас здоровый образ жизни в моде. Но сегодня Всемирный день здоровья, и этой акцией мы хотим показать, как важно беречь свое здоровье вот именно сейчас, с этого возраста, что второй раз его ниоткуда не возьмешь, и если сейчас ты не заложил основы своего здоровья, уже ничего не повторится. Ежегодно в нашей зарядке, а ей уже 6 лет, в этом году исполняется, участвует, и как бы в один момент не менее 300 ребят. Сегодня порядка 350 человек здесь, в Олимпийском. Каждый год, поверьте, она проходит совершенно по-разному. Приходят новые люди, задают новый тон, разные ведущие. Зависит многое от характера тех людей, которые приходят сюда. Но каждый год она все более интенсивная, более энергичная, более такая жизнерадостная и жизнеутверждающая. Первое упражнение. Правая рука вверх, поднимаем. Левая рука вниз и делаем резкие прыжки руками. Поехали. Раз, два, три. В роли учителя физкультуры я выступал, и еще когда служил в армии, это вообще в армии это всегда заведено, когда командир проводит зарядку со своими подчиненными. Поэтому то, что эта идея сегодня прижилась и активно развивается, именно Всемирный день здорового образа жизни, спорта, безусловно, это здорово. И то, что сегодня на всех площадках, практически во всех районах, во всех субъектах люди разного возраста, разного вероисповедания выходят на единую спортивную площадку, это, конечно, очень здорово. Прежде всего, это говорит о том, что мы переживаем за будущее нашей страны, за будущее поколения, за здоровый образ жизни. От того, как получаешь зарядку, это практически такой импульс на день. Если с утра размялся, сделал зарядку, значит, практически готов к любым испытаниям в этот, какой бы он ни был, сложный, там, насыщенный рабочий день. Даже если это в отпуске, все равно чувствуешь себя хорошо, когда с утра зарядишься.